Всем привет, с вами снова я, Лорд КД, и мы продолжаем штурмовать базу Эльдаров. Так. Ну, пока ждем отряд, когда у нас будет готов, из дредноутов, чтобы взять и разбить орков. Честно говоря, я скажу сразу, что я всегда нападал сначала сюда, там будет сюрприз в виде хаоситов, но в общем это не суть, но в основном все время сюда начинал атаку. Ну все, сейчас пойдем от обратного. Запущена программа строительства номер 721. Так. Я пробился. Лучше лезвия, чем жить ради себя. Так, они у нас занимают три населения, значит. Так. Значит, мы максимум можем сделать шестерых полноценных дредноутов. Что ж, ладно. Так, тогда пока сделаем четверых, а остальных двух мы сбросим через центр орбитальной связи. Нас расстреливают! Ребят, это без толку. Я пробился. Наша вера вечна. Пока делаем дредноутов, потому что, ну, все-таки все дела. Как-то не очень хочется туда, на эту гору тянуть танки. Тем более, у нас всего их два, и у них закачка противотанковая. Тут у нас нету преимущества от того, что оружие лазерное это самое сильное, ну, среди тяжелого у Империума. И то, что оно может просто спепелять противников. Но поэтому и не тянем туда. Именно поэтому я собираюсь туда послать шагателей дредноутов. Двоих я уже вооружил, как видите, штурмовыми пушками. И вот еще один сейчас будет дредноут, которого я вооружу спаренной лазерной пушкой. В случае чего мы и пехот будем хорошо косить. Будем хорошо косить технику, ну и в случае чего даже в рукопашке наваляем. Так, отлично. Это ты верно подметил. Раз присягнул однажды, значит следуй ей этой присяге. Так. Все, отправляем наш отряд. Я долго ждал этого дня. Атакуем молниеносно. Спасайтесь, ильдарских штучек. И самый неподходящий момент мы напали, хотя кто знает, как знает. Так, эта точка не была занята орками. Ну, в принципе, тогда можно было и выдвинуться дальше вперед. Но уже не здесь. Но он чужак, если что. Ваш приказ. Тоже, в принципе, уже не важно. Я не
из слуг императора. Мои следы в силах вооружения. Вера, защити нас. Страх повергает веру. Ожидаю приказаний. Так. Точки бы улучшить. Останутся героями в памяти выживших. Не нужно бояться псайкеров. Вера, защити нас. Занять указанную позицию. Я принимаю бой. Погнали. Нам надо бы освободить этих. Как это? Да, точно, забыл совсем. Я здесь, чтобы служить. Врата. Ну, ладно. Тоже. Запускаю строительство. Так, первый пошел. 5 у нас нифига. Будем дальше подниматься вверх. Ну, что ты ж? Так. Славьте вечного императора. Давай, хранитель, поднимайся. Чувствую, из тебя тут будет. Туговато. С честью и храбростью. Тут ломать. Он застрял. Невиновных не существует. Ну, мы тут пока разберем. Вся. Хотя там нет ни единых. В атаку! Все грешники узрят гнев нашего стрельба! О, Дэвин, а куда твоя эмблема кровавых воронов делась от плеча? Непорядок. Yeah.
служу. Враг атакует. Никто не сравнится с нами. Что-то совсем отвлеклись, и за это у нас появились ресурсы. Тут же они кончились. Ладно. Так. Знание — сила. Скрой его. Любая ересь произрастает из бессилия. Наши останутся героями в памяти выживших. Так, ладно. Прикроем колотук подход. Чем я могу служить? Ваше желание. Я не дам верить никому из слуг императора, если буду в силах помочь. Так, прыгнули. А, они у нас тут застряли. Ну хорошо, что застряли. Очень даже удачно. И удобно, нам ничто не помешает зайти внутрь. Да, повелитель. Подчинялись. Атакую молниеносно. Купила, она тоже куда-то делалась эмблема ордена. Что-то это как-то странно. Так, терминаторы готовы, это хорошо. Орбитальное десантирование. Это очень хорошо. Тогда пока разберитесь вот с этим. Я жду ваших распоряжений. Запускаю строительство. Так. Враг атакует. Да, он великолепный. Тут был еще один. Запущена программа строительства номер 721. Это не так. Пошло. А, нам одного дредного свалили. Так, ну ладно, тогда подтянем туда танки. Что делать? Сегодня враг узнает, что такое страх. Так, вперед. Доставь меня на передовую. Мы под интенсивным обстрелом. Я слушал вас, командир. За императора. Вы умрете, изъян. Вот он перед дорогой. Хотя даже не пришлось. В принципе. Уже сделали, если что. Смерть не повод нарушать присягу. Так, отправляем наших дредноутов, спускаем вниз. Так. Отборные силы мысли, да, докладываю. Так, ты у нас идешь тоже. Разместились. Так, и... Хищник ждет приказа.
там мы совсем забыли. Ну ладно, пока сюда подъедем. Я здесь, чтобы служить. Как пожелаете. Я здесь, чтобы служить. Я жду ваших распоряжений. Да, повелитель. Как пожелаете. Интенсивным обстрелом. Ну это уже бестолку. Прям как имперская гвардия. Пятая армия. Я бы сказал, на скорее не бойся, пятая рота. Но так-то пятая рота, это рота Дэвина Тула. Хищник ждет приказа. Ну, напомню, что по книге. Нормально, еще один дредноут. Перебирает своими ногами. И хорошо, что перебирает. Уже добрался почти до места. Ваша вера, Кришна. Я жду ваших распоряжений. Служение ваших распоряжений. Существование. Подчиняюсь. Да, повелитель. Я жду ваших распоряжений. Да, повелитель. С максимальной скоростью. Да, повелитель. С максимальной скоростью. Да, о великолепный. Так. Хищник ждет приказа. Все, хищник может выдвигаемся занимать свою позицию. Так, а да, мы же свои хищники можем сделать по сути-то. Да, повелитель. Запущена программа строительства номер 721. Доставлен. Хищник ждет приказа. Так, молодец. Давай как сюда. Прикажете. Так, ну второго пока у нас нету лишнего населения. Оружие. Я думаю, скорее к смерти. Так, ну ладно, у нас больше населения в принципе нету. Сделаем, чтобы забить хотя бы разведчиков, может. Ну, хоть какая-то будет помощь. Я слушаю вас, командир.
сожалению, штурмовиков, наверное, придется тут оставить насовсем. Потому что наши противники могут продолжать атаку сюда. Так, ну да, ресурсы сейчас уже по это. Стали набираться. Разведчики прибыли на службу. Я жду ваших распоряжений. Так, валите обратно. Смысл моего существования. Разведчики прибыли. Ой-ой-ой. Нет. Мы нанесем на карту расположение войск противника. Мы ждем приказа. Обучение снайперов еще не готово. Подождем тогда. Так, а дредноуты вперед. Ну да, вы там скоро встретитесь с ними, с еретиками. Так что все в порядке. Ваш приказ. Привет, рано. О, вот оттуда. Вот отсюда и вперед. Возвращайся на главную базу. Пусть наши враги дерутся друг с другом. Убить. Черт, они не успели свалить. Ребят, для вас задание. Разобраться с этими вратами. Убейте их всех! Идите на мою позицию. Мы ждем приказа. Укрепление не по зубам врагу видящее, но звездные врата — наше слабое место. Задача ясна тогда. Защищайте врата любой ценой. Без них нам не покинуть планету. Главное сейчас — отбросить врага. Я вновь вернусь. Так, сюда. В первую очередь сюда. Направь
нас на врага. Мы под интенсивным обстрелом. Поле боя ждет. Мы избраны императором. Так, что-то поцарапали. Капитан, базовый лагерь этих нелюдей находится на вершине холма к северу отсюда. Отлично! Мы сотрем его с лица земли. Ильдары подготовили себе путь к отступлению. Жива их трусливая природа. Рядом с базой стоят великие звездные врата. Но если нам удастся захватить их, нелюди окажутся в ловушке, и мы сможем, наконец, поквитаться с ними. Так, давайте. Ищу цель. Так, стоп, а где мы? А, вот он. попали. Павшие останутся героями выживших. Только вера без оглядки чиста. Аптекарий слушает. Я здесь, чтобы служить. Защищаю за все, что вы желаете. Хищник ожидает приказа. Дух машины готов. Павшие остался героями императора, а не выживших. Только вера без оглядки.
смерти чиста. Отправьте нас на врага. Павшие останутся героями в памяти выживших. Я принимаю бой. Так. Это тут совсем нехорошо. Так. Хищник ждет приказа. Хищник ждет приказа. Давайте-ка поможем. Хищник ждет приказа. Чувствую без поддержки. Мы выполняем его волю. Без бронетанковой поддержки чувствую, там уже будет нет. Чудовато. По нам ведут огонь! Глайдер доставлен, мы готовы к битве. Враг будет уничтожен. Я тоже в каком-то своем роде поддержка. Да, конечно, что тут мины, это не здорово. Это невозможно. Все возможно. Нас расстреливают! Бездельная суть есть. Битва проиграна, бежим! Силами хаоса мы соединились. Хищник ждет приказа. Бежи, Агли. Разместились. Хищник ожидает приказа. Так. Я вновь подвигаемся. Слышу барабаны. Я здесь, чтобы служить. Подчинялись. Служение – смысл моего существования. Да, повелитель. Наконец-то война. Так, дредноуты. Я не смогу ничего понять. Все, под контролем. Глайдер слушает. Да, это просчет. Мы готовы к битве. Это мы готовы к битве. Простое задание. Так, выдвинуть ветеран. Направьте нас на врага. Что-то не понял. Есть. А, все, стоп. Оружие к бою готово. Да, повелитель. Враги подчинялись. Служение – смысл моего существования. Служение – смысл моего существования. Поле боя ждет. Так. Чем я могу служить? Да хоть чем, хоть ваш чем. Ваш приказ. Я принимаю бой. Павшие останутся героями в памяти выживших. Надежда. Первый шаг на пути к разочарованию. Защити нас. Стоит.
хищник ожидает приказа. Хищник ждет приказа. Смерть доставлена. Мы готовы к битве. Да, повелитель. Чем я могу служить? Следую вашим приказам. Останусь героями в памяти умерших. Сегодня будет славный день в истории империи. Моя рука не дрогнет. Хищник ждет приказа. С честью и храбростью. Ну, попробуйте, попробуйте. Попробуйте, попробуйте. За будущее на программу строительства номер 721. С максимальной скоростью. Сегодня враг узнает, что такое страх. Поглядывай на беспутствие. Хищник доставлен. Хищник ждет приказа. Врага. Да, повелитель. Я думаю, так будет быстрее. С максимальной скоростью.
Так, здесь еще не проапгрейденная по точка. По нам ведут огонь! Ну, конечно, ни к чему, но... Кто знает, как они произойдет, произойдет тут. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Ни хрена они тут призмки наделали. Пока враги императора все еще дышат, о мире не стоит думать. Так, где же там было? Я несу слово его. Надежда. Сегодня враг узнает, что такое страх. Замечательно. Просто замечательно. Не нужно бояться псайкеров. Так. Прибыли новые подкрепления. О, вот артист стоит. Хорошо, зайдем в план. Подвигаемся. Хищник ждет приказа. Хищник ждет приказа. Враг будет уничтожен. Блин, парни, что сказал? Я служу императору. Бойтесь чужаков, мутантов, еретиков. Космодесант, вперед! Хищник ждет приказа. Безумная мысль. Вот сюда надо запулить ее. У меня больше нет вариантов. Ты что-то как... Нам больше не решил сопряжений. Отступаем. Только
только вера без оглядки чиста. Ну, наконец! Убейте их всех! Силы не наши веры! Так, это сейчас надо поддержать его. Выдвигаемся. Враги империи будут уничтожены. Что можем угрозу? Перегруппировываемся. Точки сбора. Так, чем-то надо еще поддержать. Хищник ожидает приказа. Надо еще один хищник выделить для этого. Враг будет уничтожен. Боевой дух завода восстановлен. Боевое ждет. И он конец. Чем я могу служить? Хищник ждет приказа. Так, ну что вы подрочите на меня? Сегодня враг узнает, что такое страх. Хищник ждет приказа. Точки наши, все считай, почти победили. Так, давайте пока вот этот терминатор нам захватит эту точку и сценарий закончен. Что еще тут сказать? О, наконец-то. Я думаю, надо было их не захватывать, а именно разрушать сразу. Такое лишнее действие получается. Звездные врата теперь закрыты для нас. Мы попали в ловушку и заперты на этой планете. Аватар Хейна пал. Уходите! Уходите все! Вы пытаетесь найти убежище в этом суровом мире! Отступление еще возможно, видящее! Я не заслуживаю этого звания, Убантас! Мое предвидение подвело нас всех! Моя судьба ждет меня, и бесполезно бежать! Одиноко там на заднем плане клерик бьет, ломает в рукопашку храм душ, или как там так называется. Там где-то сержант стрелял из кожаного пистолета. Классно! Ну я думаю, ура, вот это вот как-то очень плохо было сделано. Кровавые вороны встречались с изворотливыми эльдарами на Тартарусе и Рае Реха незадолго до прибытия на Кронос. И только в Тирее им как следует удалось отомстить за павших братьев, пролив немало крови пришельцев. Запечатав порталы эльдарской видящей, вороны блокировали Тальдиру на планете. Долго еще патрули космодесанта охотились за разрозненными отрядами эльдаров, пока им не повезло, и они не уничтожили, наконец, Тальдиру. Библиарии Ордена провели много времени над местами сражений, изучая останки могущественного демона, призванного эльдарами.
Это так называемый аватар Кхейна, варварская инкарнация языческого инопланетного бога, был вызван в мир в самый разгар битвы. Историк Антеас, старший библиарий на Кроносе, лично убедился в том, что все куски тела чудовища собраны, каталогизированы и отправлены в либрариум Ордена. Годом позже несет кровавым воронам огромные неприятности. Ну, не знаю, о чем тут говорится про неприятности. Ну что ж, посмотрим. Да, это все, что мы за этот бой приобрели. Ну что, конец хода. А, то есть все тоже пропускают ход. Да, я смотрю, тайцы так надежно зацепились за этот космопорт. Так, там уровень защиты 8. Ну, не знаю даже, что сказать про это. Я не очень шарю в этом. Так. Ну, сюда, по крайней мере, точно никто не зайдет. У Кальдаром только один подход. Второго нет. Так, ну ладно, переходим. Конец хода. Твоя душа принадлежит мне. Матаку. Кто-то поплатится за это головой. Нет, смотри, Некрон все-таки отбили. Ух, даже не знаю, с чего бы начать. Так, что у нас тут-то? Ой, это не то, что нам нужно. Нам нужна информация, что нам даст это. Вал. Вал требуется плато Ариэль. Позволяет использовать производственные комплексы. Ага. Ага, ну полезная вещь, да. Кажется, планетарное влияние повышение. Подготовка гвардейских подразделений. Не знаю. Тут такие все эти помышленные производства. Да, надо, я думаю, вылазить на центр. И было бы тоже хорошо. Наверное, давайте будем двигаться к космопорту и его захватим. Потому что это все-таки мы сможем с любой нашей захваченной территории переместиться на любую точку. Ну а также сможем наносить удары тоже с границ любой нашей территории, вне зависимости от того, где находится наш капитан в данном случае. Так, конец хода. Ага. На нас нападают. Ну что ж, пожалуй, я этот бой пропущу. В плане, я его отыграю, но записывать не буду. Это будет, ну как, лишним временем. Ну что ж, будьте уверены, я это плато удержу сейчас в данном сражении. Ну что ж, спасибо, что смотрели.